Пятница 15-я. Отчалили с прилива. Меня изолировали в трюме от пассажиров и команды. Хочу вернуться домой. Дорогой Сиксмит, крайне нужна твоя помощь. Я нашел журнал, написанный 849-м умирающим юристом в плавании с острова в океане до Сан-Франциско. У меня лишь полкниги. Не нахожу себе места. Неоконченная книга — это как... неоконченный роман. Что читаешь? Старые письма. А зачем их читать? Не знаю. Хочу понять, почему мы повторяем те же ошибки. Снова и снова. По мотивам бестселлера. Наши жизни и наши решения соприкоснулись. Луиза Рэй, журнал Spyglass, точно. И выбрали новый путь. Это она, мелодия из моего сна. Это секстет, облачный атлас. Я сочинил его по нашему образу. По образу наших встреч в разных эпохах. Что вы тут делаете? Мы следуем по своим же следам, как в фигурном катании. Любовь всей жизни. Что с ней стало? Трудно объяснить. Но открывая дверь, я знал, слышал во сне. Там было жуткое кафе. Везде сверкающие огни. Все под землей, выхода нет. И все официантки на одно лицо. Добро пожаловать к папе Сонгу. Можешь не прятаться. Я знаю тебя. Сонми 451. От создателей трилогии «Матрицы» и режиссера «Беги, Лола, беги». Вчера вечером у меня в жизни была одна цель. Сегодня уже другая. Вам не казалось, что вся вселенная против вас? Что за черт? Где наши деньги? По закону? По закону? Страх, вера, любовь — феномены, определяющие нашу жизнь. Эти силы были задолго до нас и останутся после нашей гибели. Наши жизни нам не принадлежат. Мы зависим от других. Кто был раньше и кто есть сейчас. Каждое их злодеяние и каждый добрый поступок определяют наше будущее. Я опасаюсь, что уже не обниму свою возлюбленную Тильду. Ты создала политическую проблему. Вчера я бы не совершил того, что сделал сегодня. Мне кажется, что произошло что-то очень важное. Разве так бывает? Мы ведь только познакомились. Однако, я влюбился в Луизу Рэй. Смерть, жизнь, рождение. Ты дважды меня спас. Упадешь, я поймаю. Будущее, настоящее, прошлое. В этом мире есть свой порядок. Тех, кто его нарушают, ждут злоключения. Любовь, надежда, отвага. Все связано. Облачный атлас. Я верю, что нас ждет другой мир, Сиксмит. Лучший мир. Буду ждать тебя там.
Том Хэнкс, Холли Берри, Джим Броудбенд, Хьюго Уивинг, Джим Стёрджес, П. Дуна, Бен Уишоу, Джеймс Дарси, Джоу Сюнь, Кит Дэвид, Дэвид Джиаси, Сьюзан Сарандон и Хью Грант.